Всем привет, дорогие друзья! Сами сидели сегодня, скажу, почему не было долго видео на этом канале и вообще, почему я ухожу с Ютуба. Да, я пошутил на самом деле. Видео не было долго, потому что я особо оригинальный, не знаю, чего снимать. А еще потому что я очень не ленивый человек, и поэтому просто лень было снимать видео. Ну а теперь, как вы поняли по превьюшке и названию этого видео, я вам расскажу, как установить моды на Fallout New Vegas. И давайте уже начнем. Но для начала поставьте лайки, подпишитесь на канал и все такое. Ну а мы приступаем к видео. Сразу скажу, что на разные моды нужны разные требования. То есть, на моды на графику нужен мощный комп. Это и так, в принципе, будет понятно. Ну и на разные моды нужен разный лаунчер там и все такое. Так что, ну, со всеми модами вы точно поиграете. Но самое главное, это просто знать к ним требования и все. Ну а теперь, как это делать? Для начала скачивайте мод. Открывайте мод. Потом нажимаем на Fallout New Vegas расположение файла, ну или если у вас стимовская версия, нажимаете с библиотеку стима, Fallout New Vegas, свойства, посмотреть локальные файлы, и дальше заходим в папку дата и перекинуть до мод. А на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайк. Ну, а с вами был Мститель. Всем удачи и всем пока.